Матершинные слова, сильнейшие слова, матерные слова. Это человек сам себе лишает огромной энергии. То есть он выбрасывает ту энергию, которая у него есть. И это же тоже мантры. Но ничего хорошего в этих мантрах нет. Это выброс только большого негатива на другого человека. То есть я к этим словам отношусь отрицательно. Таким образом, человек лишает себя огромной доли энергии. Те, кто постоянно говорят матерными словами, и там для них это как доброе утро, да, и запросто. Особенно вот молодежь в последнее время, вот, особенно что касается ругательства по матери, да, и там, ну, страшнейшие слова. И они так говорят друг другу, как будто бы, ну, ничего, как бы само собой разумеющееся. Это говорит о том, что вообще нет сознания, нет понимания, что я говорю и что под этим скрывается. Если остановить его иногда, вот оставляешь, было мне, оставляешь людей, говорю, ну, ребят, давайте так вот, пару слов скажем, я вам чужой человек, вы мне чужие, мы больше никогда не увидимся. Вот это вот так-то, вы представляете, увидите себе эту картину, этот образ, который вы сейчас сказали другому человеку, своему товарищу, допустим. Вот что тут такого? А я говорю, нет. Закрой глаза и представь, что происходит в этот момент, что ты это делаешь. И это видит твой товарищ, он видит свою мать. Стоят они, опешившие оба. Я отношусь к этому отрицательно. То есть матерные слова вообще... Есть слова, которые дают силу. Есть слова, которые дают силу. Одно из таких выражений в славянском мире – это «гой». «Гой, если добрый молодец». Вот это «гой», оно дает силу. Но матерные слова, они убирают у человека энергию, забирая с него, и негатив выплескивает на другого человека. Я думаю, делать это абсолютно, ну, не нужно. И от этого можно постепенно уйти. Я давно от этого ухожу. Иногда получается. Но когда вдруг, если это происходит, меня как током прошибает, и мне очень неприятно. Я никого в этом не оскорбляю. Я так, с языка сорвалось. Сказать. Но мне лично очень неприятно. И какой-то, как будто сверху кто-то мне так бахпает. Ты что делаешь? А, понял. Понял, не дурак.